очередная бандероль с Китая. Это смарт-часы, скорее всего, доставлены новой почтой. Заказ был сделан на сайте GearBest. Да, так и есть. Это смарт-часы U8S. Такая же коробочка, в принципе, как и у 8 обычные, которые без S. Так, ну и сами часы, надеюсь, будут заряжены. Нет, к сожалению, разряжены, скорее всего. И зарядное устройство. Что ж, кабель зарядный для зарядки. Все, простенькая коробочка. Ничего так, в принципе, с виду и не скажешь, что это U8S. Отличий я каких-то не вижу.